Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Андрей, капитан команды «Бизнес-связь холдинг». Как прошла игра? Игра прошла отлично, это, наверное, одна из наших лучших игр. В первом тайме играли 0-0 на равных с ребятами, но во втором тайме немножко, так сказать, расслабились, допустили пару неприятных таких ошибок и пропускали 3 мяча. Ну, в итоге сыграли 2-3, как бы матч отличный. Все соперники отмечают вашу хорошую игру, но, однако, вам не удается победить. В чем причина? Ну, наверное, в концентрации. То есть, как показала эта игра, в первом тайме мы играли более собрано. У нас были моменты, ошибок в защите никаких не было. 0-0, разошлись на перерыв. И вот во втором тайме, как я уже сказал, допустили пару ошибок, именно таких обидных. И в связи с этим проиграли. Как можно исправить ситуацию? Тренироваться больше. Надеюсь, все получится. Спасибо. Спасибо вам.